Всем привет! Сейчас покажу, какой у нас долгожданный дождь идет. Гремит гром. Обожаю дождь. В одной стороне солнце светит, в другой дождь. Классно. Такой воздух. Ох, а мы сейчас ходили купаться. Купались под дождем. Ой, какой чистый воздух, какая свежесть. И тепло, и дождь. И все цветет, все благоухает, пахнет сиренью. Просто сказка. Доброе утро, дорогие друзья! Сейчас проводила мужа на работу и думаю, как бы мне тут убраться нужно в своих вот этих вот ящичках, которые у меня стоят в ванной на стиральной машине. Вот такие они у меня разноцветные. Вместе они по два ящичка были. Скрепила вместе, убирала верхнюю крышку. И они хорошо присоединились. И теперь вот два таких комодика. Так, перебрать, посмотреть, что же там. Начну. Кому интересно, пожалуйста, оставайтесь со мной и посмотрите, что у меня здесь лежит, какая косметика. Сразу говорю, что косметики у меня немного, но что-то есть, мне достаточно. Даже это я не всегда пользуюсь. Вот нижний, открываем нижний ящик. Здесь у меня, ну, в общем-то, вот эта вот ромашка лежит с моими лаками. И какие-то резиночки от упаковки. Ну, я посчитала, что они мне нужны. Ну, может быть, и куда-то нужны будут, действительно. Пусть они тут так и лежат. Надо протереть просто. Да, вряд ли пыль сюда попала. Сверху я их уже протерла. Ну, просто посмотрим, что у меня здесь. Наверное, так здесь я это и оставлю. Дальше что? Вот какая-то кисточка. А, кисточка, даже не знаю, то ли от Oriflame она у меня. Вот кто знает, вот что это за значок, я даже и не знаю, ничего больше не написано. Такая мягкая, это кисточка, наверное, для тональных средств. Мягкая очень кисточка. Я тоналками-то редко пользуюсь, и обычно как-то я пальцами наношу тональные средства на лицо. Вот. Так, что у меня еще здесь? Какие-то банки, наверное, забыла даже о их существовании. Вот это вот от Avon. А, ну, ими я иногда, конечно же, и пользуюсь. Ну, давно уже не пользовалась. Это шарики вот такие вот, нескончаемые, да? Это как, наверное, не пудра, а какое-то такое, ну, не бронзер, даже не знаю. Как средство, как под загар, да? Наверное. Да, здесь вот солнце нарисовано. Да-да-да, такой эффект загара придает лицу. Ой, а что же у меня в этой баночке? Серия спа, это от Faberlic. Ага, очищающий скраб для тела. Угу, у меня еще, наверное, я им и не пользовалась даже. Да-да-да, совершенно новый. У меня еще скраб лежит в ванной, тоже от Faberlic. Так, ну вот, для лета у меня есть скрабик для тела. Это хорошо. Спрятала его сюда и забыла. Так, в общем-то, здесь ему и не место. Ну ладно, наверное, я лучшего места не нашла. Пусть пока здесь полежит.
Ну и кисточку сюда же положим. Так, дальше что у меня здесь? Так, здесь у меня моя самодельная помада. Вот, сама я ее варила в микроволновке. Да, тоже забыла, хотя очень удобно кисточкой нанести на губы. И просто замечательно. Надо, наверное, мне ее куда-то положить поближе. Вот. Кто хочет такую помаду, там из остатков можно сделать микроволновки. Любимые, когда оттеночки остаются, уже их не будешь там палочкой выковыривать, да? А вроде бы жалко выбросить. Можно вот какую-то найти такую баночку, все переложить сюда и в микроволновку. Вот я не помню, по-моему, на 30 секунд буквально поставить. И она растает, там все перемешать, и получается вот такая помадка. Здесь лопаточки. И вот такие вот аппликаторы у меня. Фаберлик еще. Не знаю, зачем даже я их. Они очень маленькие. Хотя мне вот нравятся такие аппликаторы, которые есть в тенях. Мне нравится. Но вот покупные отдельно, когда берешь, тут какой-то другой поролон, но тут уже не то. Это мне не нравится. Хотя вот можно попробовать так куда-то в дорогу брать, чтобы не брать кисточки. Так, что здесь у меня? Это бальзам. Это, как я понимаю, солнцезащитный. Здесь солнце нарисовано. Да, это солнцезащитный, как раз для лета. И здесь у меня, это вот каял от Фаберлик. Очень мне нравится, но редко пользуюсь. Я не люблю вот эти вот такие, мне нравятся более компактные такие тени. Ну, кстати, не скатывается этот каял. Цвет очень нравится. Коричневый, любимый мой цвет вообще. Тени коричневые люблю, и именно вот такого оттенка. Так, номер его, может быть, даже сейчас и скажу. Без очков, наверное, не увижу. Сейчас, ой, достану очки, посмотрю. Если, может быть, кому-то интересно. Номер 6483. Такой вот каял. И вот такой вот у меня каял. Так, номер сразу уже сейчас скажу, кому интересно, может быть, пригодится. Номер 6482. Это уже как вот, да, подвижное веко, такой вот высветляющий, сияющий, или во внутренний уголок глаза. Очень тоже хороший, мне нравится. Так, это что же у меня за новое лежит вот даже в упаковочке от Avon. Что такое? Даже не знаю, что у меня есть. Так, что же это? Сейчас найдем. Где ж тут по-русски-то написано? Ага, карандаш для губ Ультра. Да, карандаши для губ я обожаю от Avon. Вот даже я заказала, давно уже не делала заказ в Avon. Вот я в запас заказала. И сейчас пользуюсь я от Avon карандашом. Вот такой вот он, какой-то кофейный или... Ой, пряные специи, по-моему, да. По-моему, пряные специи. Да, мне нравится такой цвет. Вот он здесь почти коричневый, такой коричневый. Это, ну, светло-коричневый, наверное. Вот, это у меня запасик. Мои любимые карандаши для губ. Положим обратно, наверное, все. Теперь хотя бы в памяти что-то у меня
отложится, что у меня вот это здесь лежит. И положим, наверное, сюда. Так пусть здесь и остается. Ну, в верхний я постоянно обращаюсь к этому ящичку верхнему. Здесь у меня лежат крема для век. Вот этот вот проликсир, по-моему, если я правильно читаю. Это уже косметика такая, по-моему, 50+. От Faberlic. Понравился мне этот крем. Он у меня уже почти заканчивается. Так, им я пользуюсь. Здесь у меня тоже. Это Ice Trim серия «Кислородное сияние». Так, что здесь? Что за крем? Ну, тоже крем, кремики для век. Крем для век против признаков усталости. Вот, но я ими пользуюсь как-то поочередно. Но мне вот этот вот очень понравился. Я как-то его почти уже почти весь использовала. Вот он у меня, можно сказать, вот пустой почти. Остаточки. Там, конечно, нужно заказать еще такой крем. Вот. Что еще здесь у меня? Ага, вот еще крем для век. Это непревзойденный комфорт. Тоже серия Ice Trim. Кислородное питание. Крем интенсивно питает, смягчает, увлажняет кожу вокруг глаз, разглаживает мелкие морщинки и препятствует появлению новых. А вот в этом против признаков усталости. Так, это что? Моментально освежает взгляд. Ну, вот это на утро как раз хорошо. Действует как невидимый корректор. Маскирует темные круги вокруг глаз и придает коже здоровый сияющий вид. Ну, насчет того, что маскирует, это, конечно же, нет. Это же крем, он просто прозрачный. Вот. Ну, вот пользуюсь я ими периодически. Что здесь у меня еще? Так, здесь от Faberlic. Это корректор, цветной корректор для лица. Высветляет и корректирует рельеф лица. Вот такой корректор у меня, по-моему, уже... Да, он у меня там заканчивается. Я как пользуюсь и под глазами где-то вот высветляю. В общем, где нужно высветлить, там высветляю. Так, и что еще? Здесь у меня расслабляющий аромабальзам. Альпийская формула. Это домашняя аптечка. Расслабляющий аромабальзам. Крем для наружного применения. Обеспечивает комплексное расслабляющее и смягчающее действие на кожу. Снимает ее напряжение. Способ применения. Небольшое количество бальзама нанесите на кожу лица. На кожу лица. Ну, я как-то на кожу лица не наносила, а так вот на всякие точки, на шею, на заднюю часть шеи. Как-то за ушами, когда у меня болит голова, или вот на виски. Но тут написано для лица. Надо же. Вот пользуюсь, а прочитала инструкцию только сейчас. Но это свойственно нам, русским, да? Сначала все применим, а потом инструкцию читаем. Так, вот если бы не вы, не вам бы рассказывала, наверное, бы и не прочитала. Теперь у меня вот такой вот кремик, совершенно простой. Кстати, мне он очень нравится, вот этот вот крем. У меня есть и для лица крем. Такой иногда пользуюсь им. Это Невская косметика. Крем для кожи вокруг глаз. Это омолаживающий женьшеневый. Содержит экстракты женьшеня, эхиноцеи, масла оливы, авокадо, витамин А и Е. Хороший крем. Я вот, я меняю периодически, разными кремами пользуюсь. Вот. Нравятся также вот и такие крема. Так, и здесь у меня ничего, кроме вот таких вот
аппликаторов. Такие аппликаторы. Так, протрем там полочки. Ну, хотя пыль, в общем-то, туда и не попадает. Там вот что-то такое. Так, ну и положим их на место. Все у меня, в общем-то, на месте. Этим я пользуюсь. Это, наверное, аппликаторы. Надо куда-то вот в нижний ящик положить. Теперь, так, здесь у меня, здесь крем-масло для тела. Ну, вот он у меня, этот кремик, лежит сверху. Я иногда смазываю после душа там свое тело этим кремом. Но, конечно, не всегда. Вот, почему-то мне показалось, что тяжеловат, конечно, этот крем. Как-то, ну, масла, это секрет Клеопатры такое. Крем-масло, и постоянно смазывать тело, как-то кожа должна все-таки дышать. Для меня вот как-то тяжеловато. Ну, наверное, и на зиму. Вот. Хотя, ну, не всегда я пользуюсь после душа кремами. Лицо, да, руки, да, ноги, да, но все тело я редко смазываю кремами. И вот... Считай, всю зиму у меня еще вот не закончился этот крем. Ну и начнем вот с этой теперь этажерочки моей снизу. Что здесь? Ага, вот. Даже закончилось у меня, но вот выбросить, как говорится, жалко. Вот это вот первая палетка. Это здесь хайлайтер румяна и вот этот вот бронзер. Ой, очень она мне нравилась. Ну вот румяна я как-то не так много пользуюсь ими. Румяна были очень-очень замечательные. И корректор, вот этот вот, вернее, хайлайтер и бронзер. Тоже мне нравился вот именно оттенок. И по качеству, по-моему, вот эта вот палетка была гораздо лучше. Я заказала потом, где-то она у меня здесь, вот в каком-то тоже. А, вот. Вот она лежит у меня новая, да. Ну вот, пользуюсь я ей иногда, но без удовольствия. Во-первых, вот даже вот какие-то там вкрапления, какие-то как окаменелости. Хотя вот эту я использовала. Ой, замечательный просто хайлайтер был. Он посветлее. Вот смотрите, и оттенок румян отличается. Это какой-то более такой яркий. И это какой-то более, не знаю, грязноватый, что ли. Это более такой цвет, более коричневый такой, ну, как бы теплее, нежнее. Замечательное было качество, замечательные были оттенки, но почему-то как что-то хорошее, так все переделают, и какие-то новинки, которые не радуют. Вот это была палетка очень классная просто. Вот так, а это, ну не знаю, больше заказывать не буду. Это опять же свое мнение я говорю, кому-то может быть нравится, ну вот видите. И качество не на высоте, и цвета. Это слишком темный, это какой-то, не знаю, кукольно-красный непонятный. Не красный, но такой вот неестественный цвет. И это тоже какой-то грязновато-коричневый. Нет. Больше не заказываю. Так, что у меня еще? Ох, пудра люкс. Вот даже не помню. Это, наверное, эйвонская. Кто знает, уже, знаете, 100 лет лежит. И пудра-то тут, видимо, уже и нет почти. Зеркало большое такое. Но не пользуюсь. Скорее всего, надо, наверное, уже и выбросить это все. Лежит, просто мешает. Да? И пудрой я, в общем-то, и не пользуюсь. Так, сейчас эти вот хайлайтеры немножко так кисточкой нанесешь. Ну, не знаю, подумаю. Может быть, даже и добью.
Так, и что же здесь у меня еще? Еще какие-то клады, клады, клады. Ой, это... А, это у меня Арифлейм. Да, Арифлейм. Он даже у меня здесь это... А, это пудра. Она как бы с таким эффектом сияния. Но она... блеск какой-то у нее присутствует сейчас. Вот. Давно она у меня, как-то она не очень-то у меня прижилась. Вот. Ну. Зеркало хорошее иногда просто брала раньше с собой, но сейчас вот так. Ой, надела же очки мужа, они такие сильные. Свои далеко лежат и уже вот так. Ну, это я, конечно же, оставлю. Так, немножко протрем здесь. Хотя бы уже буду знать, что здесь у меня лежит. А то стоят эти мои ящички. И они, в общем-то, загорожены еще у меня там на машинке, на стиральной, чего только не стоит. Вот, ну, мне как-то удобно. У меня все в ванной, и мне удобно так. Так, а это положим сюда. Что у нас в следующем ящике? О, здесь тени. И очень много, и которыми я не пользуюсь. Вот эти такие одинарные тени. А, это не тени, кстати, вот это вот. Это база под тени. Я про нее совсем забыла. Как-то я уже и без базы наношу эти тени. Да, их. И да, это надо как-то повыше положить мне. Может быть, даже вот сюда. Положим, чтобы я не забывала про эту базу. Так, что здесь? Здесь у меня тени. Тени это с AliExpress, по-моему. Да, я заказывала тени с AliExpress. Ну, вот тоже я не пользуюсь, хотя цвет мне нравится. Такой вот коричневый. Вот. Такие нежные-нежные. Вот отдают очень, отдают цвет свой. Вот, смотрите, классные тени. Ну, то, что вот они прям бархатные какие-то. Вот они в одинарной такой вот штучке, коробочке. И уже я привыкла как-то пользоваться палетками. Вот. И редко я про них, можно сказать, и забыла. Так, вытрем. Что у меня еще здесь? Так, Диваж. Кто знает, вот Диваж. Это я покупала в магазине. Так, как они здесь открываются? Вот такие вот тени, не тени. Это, по-моему, тени. Что здесь написано? Сейчас опять очки можно надену. Такой мелкий шрифт разбирать. Так, запеченные тени. Номер 17. Запеченные тени для век. Вот, сейчас сделаем сводчики. Тоже хорошие тени. В общем-то, ну, немного оттенок другой. Он не чисто такой коричневый, который мне нравится. Вот те с AliExpress мне больше нравятся. Вот видите, светлых немного, этих немного. Не знаю, как ими пользоваться. Зачем-то купила. Так. Что еще? Вот еще такие же тени кругленькие. Это у меня тени для век. Классик.
Ну, какие-то самые простые тенюшки. Наверное, уже надо мне их и выбросить. 100 лет им в обед. Такие суховатые. Вряд ли я им буду пользоваться. Наверное, я с ними расстанусь. Ну что ж, они лежат здесь. Так, отложим. Что здесь? Тоже магазинные тени. Ничего не видно, если прочитать. Магилок. В общем, больше ничего не вижу. Номер 011. Так, вот эти вот тени, помню, они мне нравились. Вот такие вот. Уже тут в остаточках они. Ну, тоже как-то вот этими палетками сейчас пользуюсь. Эти двойные тени. Удобно взять куда-то, они небольшие. Также, ну, уже, наверное, им много лет. И они немножко вот так вот. Уже как-то вроде бы показалось суховатые коричневые. Эти вот нормальные еще. Наверное, оставлю пока. Сейчас вытру. Оставлю пока. Тени мне эти нравились. Так, что у меня еще? А вот такие вот тени. Это Avon. Avon. Это очень сияющие тени для высветления внутреннего уголка глаза. Очень мягкие, классные. Классные. Я их обычно куда-нибудь, когда собираю, чтобы яркий какой-то макияж. Вот. Редко ими пользуюсь, но нравится мне это. Так, и такие же вот коричневые. Там что-то подправить, чтобы было поярче. Тоже это от Avon. Очень давно они у меня. Вот так вот. Любимое мое сочетание. Вот светлые и коричневые. Ну, вот пользуюсь редко. Только когда нужно какой-то яркий макияж. По какому-то особому случаю. Так, здесь у меня также вот эти вот спонжики. Ну, вот они, видите, пользуюсь иногда. Но качество не очень нравится. Нравится в тенях, которые покупаю в магазине. Вот там качество вот этого вот поролона мне нравится, например. Кто-то сразу их выбрасывает, да, пользуется только кисточками. Мне нравится. Но когда покупаю вот отдельно, ну, то есть вот в каком-то наборчике, отдельно вот эти вот аппликаторы, мне не нравятся они. Вот качество вот этой вот этого поролона. Это можно и выбросить. Ладно, это оставлю. Так, что еще? Essence. Тени. Вот такие тени, также коричневые, других у меня и быть не может. Вот такой цвет. Мягкие, мягкие, хорошие тени. Тоже не пользуюсь, вот буквально я чуть-чуть тут ими попользовалась. И все. Ну, вот на, я не знаю, что тут, наверное, вот это номер вот 90. Наверное. Вот такие вот тени для век. Наверное, еще они мне пригодятся. Красить, не перекрасить, девчонки. Как вот. И все чего-то нам нужно. Ой. Так, это что-то тоже от Avon. А, это для бровей. Вот, для бровей. Это как воск, а это оттенок. Ну, не понравились мне они, не пользуюсь я. Сейчас у меня от Faberlic, там такой, ну, как краска с кисточкой.
Вот такая, ну, не знаю даже, как называется, но вот вы поняли, наверное, меня. Выдвигается такая кисточка, и уже расчесываешь, и такая, там светлые, это очень темное, конечно, для блондинки, это слишком темное, как-то очень аккуратно надо, и не всегда получается. Вот, наверное, для брюнетки будет хорошо. Вот, и то я в основном пользуюсь карандашом. Для бровей как-то редко я вот к этим вещам прибегаю. Вот. Так, все в этом у меня ящике. Больше ничего нет. Все положим на место. Все эти тенюшки. И эти. Так, открываем следующий ящик. Открываем следующий ящик. Что-то у меня отключилась камера. Наверное, я уже слишком долго снимаю, да? Мне кажется, что еще и недолго. Ой, вот здесь это... Ой, это и просто балдею от того, что просто держу в руках вот эту вот прелесть. Такая классная коробочка. Гладкая, золотистая. Фаберлик, молодец. Радует нас. А внутри это вообще что-то. Это вот пудра. Такая... Обожаю. Наношу просто на лицо такими легкими движениями, большой кистью. И красота. Очень довольна этим продуктом. Рекомендую. Классная вещь. Брала со скидкой. Сейчас, конечно, она не очень бюджетная, вот эта вот штучка. Но советую однозначно. Классная вещица. Так, что здесь у меня еще? Опять люкс. Что тут люкс у нас? Опять пудра. О, оказывается, у меня еще одна пудра. Тут точно, значит, нужно выбросить уже остатки. Вот зачем, мне спрашивается, вот была эта нужна пудра, которой я почти не пользуюсь. Кожа уже как бы с возрастом сухая, и пудрой уже выделяются все морщины. Раньше очень любила компактную пудру. Кроме пудры не пользовалась также ничем. Ну, тоналкой пользовалась. Но поверх тоналки вот обязательно провести вот этой вот спонжиком пудрой. Так, ну буду знать, что она у меня есть. Вот даже вот этой пользовалась, а про эту и не вспомнила ни разу. Ой, что здесь у меня еще? Хайлайтер от Essence. Вот такой вот хайлайтер замечательный. Вот такой от Essence. Это номер, наверное, 10. Вот я не знаю, где здесь номера написаны. Вот так, смотрите сами, если что. Вот, наверное, 10. От Essence. Ну, хороший хайлайтер. Так, что тут еще? Также от... А, это у меня Estrade Sculptor. Вот такой вот Sculptor. Я, можно сказать, не пользовалась еще им, сказать ничего не могу. Но цвет хороший такой. Самое главное, нет никакого блеска. Вот именно сияние. Вот это мне нравится. Но когда уже вот эти вот блесточки какие-то, это уже смотрится как-то театрально. Так, 201 номер, по-моему, вот этот вот. Так, Estrade, что у меня здесь еще есть? Еще Estrade хайлайтер. Вот такой вот хайлайтер.
Так. А это что? Это же 10-й я вам показываю. А, Essence тоже хайлайтер. Да, господи, сколько же у меня хайлайтеров-то. Я уже даже и забыла про них. Вот о чем это говорит, девчонки? Как Плюшкины наберем. Но это у меня еще ничего, да? У кого-то еще больше есть. Это ты никак не используешь. Вот куда это все? Ну ладно, так, здесь у меня аж лезвие лежит. И какие-то еще тени даже затерялись. Даже и не знаю, что за тени. Какие-то самые простецкие тени, которые уже надо выбросить, по-моему. Вот. Какие-то тени. Коробочка затертая, а тени, в общем-то, можно сказать, и не тронутые. По-моему, сыпятся как-то они. Точно на выброс. Не знаю, что за тени. Сейчас посмотрю повнимательней. Даже не знаю, да, наверное, нужно выбросить. Скорее всего, они какие-то из недорогих. Ну, вон, прям сыпятся. Все, это на выброс. Мало, что ли, у меня коричневых теней, чтобы над ними еще трястись. Так, ну все, ящик освободился. Можно складывать вот это все богатство. Это же богатство для нас. Вот как приятно перебирать эти коробочки. Мужчины нас вряд ли поймут. Ой. Так, что у меня здесь? От Avon. Что-то от Avon. А, тени. Ну, по-моему, тени уже это тоже изжили себя. Здесь уже неудобно пользоваться. Наверное, нужно с ними расстаться. Да, однозначно на выброс. Я ими уже не пользуюсь и пользоваться не буду. Так, от Faberlic очередная коробочка, которую хочется гладить, любоваться. Ой, просто я не знаю, прелесть. 5624. Это тени, как я понимаю, да, вот такие запеченные тени. Пользуюсь я ими, ну, достаточно хорошие тени, да. Вот. Номер 5624. Так, ну могу я, конечно, сводчики сделать, наверное, вам интересно. Сейчас. Так, вот эти. И вот так. Это вот верхний и нижний, верхний и нижний. Вот так вот я сделала. Их можно же и влажным способом, по-моему, наносить, но я всегда наношу сухим способом. Вот. Хорошие тени от Faberlic, нравятся мне тени. Еще у меня есть тени Трио, по-моему, я не помню, как называется. Но они у меня лежат в косметичке, которыми я пользуюсь постоянно. А это вот так, по настроению, как говорится. Так, здесь у меня какие-то тенюшки, вот разбитые, светлые. Вот, не знаю, даже уже не вижу, что там написано. Что тут за тени? Но они слишком белые, и не знаю, наверное, я их
Вообще-то надо оставить, может быть, куда-то и пригодятся. Вот такие вот они. Белые совершенно. Зимние такие тени. Ну, видите, то ли я их уронила, то ли они такого качества, что от щелчка вот этой вот, по-моему, я их и не роняла. Вот так вот они просто разбились. Может быть, брала с собой. Ну, ладно, пока оставлю. И что у меня в последнюю очередь осталось? Напоследочек вот такие тени. Ну, тоже уже не пользуюсь я им. Стеллари. Стеллари. Ну, это очень такие яркие. Сейчас сделаем сводчики. Так. Вот. Ну, приятные, очень мягкие тени. Может быть, даже еще вот воспользуюсь этими светлыми. Вот этот такой цвет не очень нравится. Вот он коричневый, он как-то как в какой-то оттенок. Вот так вот камера не передает, в какой-то не красноватый. Но вот именно присутствует какой-то такой неестественный оттенок. Мне, я бы сказала, не очень нравится оттенок вот коричневых теней. Но вот эти вот светлые, да, наверное, я еще ими воспользуюсь иногда. Так что оставим. Положим на место. Вот так, мои дорогие, вот такие у меня сокровища лежат, которыми я еще и не пользуюсь, можно сказать. Ну, хотя бы вспомнила, что у меня есть, и, наверное, нужно пользоваться. Как же, все же имеет свой срок годности. А, вот еще тут помада у меня, я принесла наверху, лежала. Это от Эстрады. Тоже же я ее даже ни разу не красила ей. Номер ее 201. Вот такая вот помада. Уже это тоже она здесь у меня лежала. И я про нее даже забыла. Вот такая вот. Такой цвет. Розовый. Мягкий. Пахнет какими-то ягодками. Хотя я не очень люблю, когда такой ягодный вкус у помады. Вот, как карамельку, как будто бы съела. Карамель не люблю, поэтому не люблю такой запах у помады. Вот. Ну вот и все, мои дорогие. Наверное, с косметикой закончили. Можно теперь поставить на место. Пыль протерли. Можно пользоваться дальше. Хотя бы вспомнила, что у меня здесь лежит. Что-то вот надо выбросить. И еще, сейчас я вам покажу кое-что. Вот у меня есть такая вышивка. Это не у меня, вернее, а это моей дочери. Это вышивала моя свекровь, покойная уже на сегодняшний день. Это свекровь первого мужа, мама. Вот. Это молдаванка, как я понимаю. Здесь у нее фрукты наверху в корзинке. И вот в таком она сарафане и стоит на лужайке, на таком вот черном панно. Вот. Конечно, уже качество ткани неважное, но дочка у меня сейчас уехала с внуком. А мы делаем ремонт в квартире. И я решила, вот у нее это надо оторвать все и постирать, и в какую-то рамочку. Вот у нее в таком виде она как-то стояла. И привести в порядок. Вот, я думаю, ей будет приятно. Вышивка, ну, дорога как память.
о бабушке. Просто в рамочку. И, наверное, на кухне где-то можно будет ее повесить. Ну, все, мои дорогие. Вот там слышится шум стиральной машины. Наверное, мешает. Вот как раз она стала отжимать. Ну, может быть, и не слышно. Все, мои дорогие, всего хорошего. С вами была Марина. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.